Смысл жизни человека – тема урока, который провел в лингвистической школе Люберец архиепископ Подольский Люберецкий Аксий. Занятие прошло в рамках реализации церковного проекта «Диалог со священником». Подробности встречи у Алексея Абрамова. Тема урока предполагает доверительное общение. В классе только дети и священник. Сначала знакомство. Архиепископ Аксий рассказал о своей работе и о том, что в его епархии более 200 церквей. И главная тема встречи – смысл жизни человека. Свою жизнь необходимо сообразовывать с теми нормами и нравственными принципами, которые существуют в нашем народе. Для этого нужно обращаться к нашей культурной традиции, к истории нашей страны. Для кого-то смысл жизни заключается в том, чтобы посадить дерево, построить дом и вырастить ребенка. Для других состояться в профессии, добиться материального благополучия. Но, получив желаемое, отметил священник, люди зачастую теряют смысл жизни. И, наверное, смысл – это постоянное развитие, умение правильно расставлять приоритеты. Вот наши замечательные и благочестивые предки все это умели сохранить и передать. И если мы наследниками наших предков являемся, то также должны для наших детей передать все самое лучшее, чистое и светлое. Это заключается в первую очередь как священнослужитель, как архиерей нашей русской церкви, говорю о заповедях Божьих. Школьники узнали, как архиепископ Аксий решил посвятить жизнь служению и как, придя к успеху, избежать гордыни и эгоизма. Поделились планами на будущее. Для многих трудно выбрать вуз, куда поступать. Гость посоветовал прислушаться к советам старших, но итоговое решение принимать только самостоятельно. В ряде вопросов обратились к Евангелию. Я могу сказать, что вера, вне зависимости от того, какой она подоплек имеет, то есть религиозную, или веру в себя, или веру в какие-то события, веру в какие-то явления, она начала иметь более серьезную основу, она начала иметь почву под ногами. Ребята достаточно живо участвуют в обсуждении тех или иных вопросов. А ведь вопросы такие фундаментальные, очень важные, где-то философские. Смысл жизни, что такое счастье, герой нашего времени, что такое одиночество, красота, любовь. Проект «Диалог со священником» реализуется на постоянной основе. Образовательные учреждения округа в его рамках посещают священнослужители Люберецкого благочиния. Архиепископ Аксий проводит такие уроки в Люберцах раз в месяц. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.